Вот самое, так сказать, страшное в жизни – это пожалеть о том, что ты что-то не сделал. Вот, мне кажется, пожалеть о том, что ты допустил какую-то ошибку, это не так страшно, чем просто потом пожалеть, что ты что-то не сделал. Поэтому главное – действовать. И главное не программировать себя, сказать, там, неудачи на неуспех, и не расстраиваться, если это неудачи, неуспех будут. Надо помнить, любой путь к успеху, для того, чтобы его совершить, надо сделать шаг. Не гадать там на ромашке, не мечтать, сказать, там, о цели, сказать, а думать о движении, выверять этот шаг, делать его, сказать, там, рациональным. И очень хотеть и желать этого успеха. Если вспомнить, например, путь того же Уолтона, который начал заниматься бизнесом не 18 лет, как ты, который начнешь только заниматься, а в 42 года, а в 45 лет у него отняли первый же его магазин, и он начал заново. И семья стала самой богатой семьей, сказать, там, через 30 лет там, в мире, да, сказать, там, это вселяет, сказать, надежду для тебя, что у тебя еще большой, сказать, там, промежуток времени, когда ты можешь совершать ошибки. Но если удача будет тебе благоволить, то ты можешь достигнуть этого успеха в предпринимательской среде гораздо быстрее, чем несомненные лидеры из толпы этого предпринимательского, можно даже сказать, движения. Спасибо большое. И вот хотел бы в конце подарить предпринимателю книжечку, спасибо, которую написал.